Привет! Пока ты смотришь и наслаждаешься морем, хочу тебе вкратце рассказать про этот выпуск. Самое главное – досмотри этот выпуск до конца. Там тебя ждет неожиданная информация. В этом выпуске мы покажем тебе ту самую знаменитую косу Белеус, ну типа крымский Мальдив. Мы покажем тебе Поповку и пляж Зе-Сити, бывший Казантип. А еще покажем станцию Мирный. Такой подход к бизнесу и облагораживанию пляжа – большая редкость в Крыму. Погнали! Едем в Поповку. Так, мы едем за трактором. Скорее всего, он едет в Поповку. Ну, не точно. Я не знаю. Мне кажется, трактор просто едет туда. В предыдущем выпуске я уже рассказывал, что если вы находитесь в Штормовом, попасть в Поповку либо в Мирный можно по дороге, это порядка 5-7 километров, но можно поехать по косе, слева будет море, справа будет озеро, мы именно так и рискнули поехать. Ну да, и вот и все, мы попадаем, друзья, с вами в Поповку, да, на высушенный лиман, здесь мы были в том, так, Стоямба. Здесь мы были в том году. Да. Вот это розовый цвет у всех вот этих солевых, да, озер. Можно ли сюда мне? Ладно, попробую. Оп, куда-то еду, короче, я не знаю. Дорожка не очень классная, но прокатанная, в принципе. Накатанная. Так, вот, хоп, видите, оттенок розового озера. Смотри, какой яркий. Да, вообще какой. Мама, когда мы там были? В том году мы были с ней. Помнишь, мы первый раз от ежика увидели когда на западе? Когда мы еще мотоцикл сняли? Так, и вот оно, Зе-Сити. А что-то тут закрыто. Что-то все ржавое такое. О, смотри, сделали вон. Построим. Да. А где у них? А, вот же парковка. Вот мы оттуда ходили. Да, мы вот оттуда во хлоп. Ездили, точнее, не ходили. Потом мы как бы вот сюда. А мы там все. Тут шлагбаум, вот так вот все будет. Ну да, то есть, ладно, сейчас надо развернуться. Ой, а там все закрыто. Ворота. Да? И вот табличка П. Парковка за паркинг, и вот начинается парковка большая. Зе-Сити! Ну пошлите, погуляем и поснимаем. У тебя здесь вон какая. Ну что, мы залетели на пляж Поповки. Вот так все это, друзья, выглядит. Парковка, недострой, указатель ресепшн. Вот сама Поповочка. Так, есть карта города. Так, вот так это все выглядит, видите? Строили, короче, на время фестиваля. Вот мы и залетели, друзья, пляж Зе-Сити. Вот так здесь все выглядит. Кому интересно, посмотрите в интернете, там всякие абонементы у них продаются. Здесь, короче, много-много всего. Какие-то плюшки различные. Вот, мы в том году были, здесь вообще было уже все закрыто. Сейчас здесь так более-менее обустроено. Качельки все те же. Все-все те же. Вот ссылочку прикреплю, посмотрите большой выпуск. Там более подробно я рассказываю про Казантип. Так, вот эта штука, это называется троллей. Вон туда улетает. Пляж вот так забит. Лукоморье, территория детства. Ну все то же самое, друзья. Ну я думаю, что смотреть можно на так на камеру бесконечно. Поэтому знаете что? Давайте мы с вами поднимемся в воздух и все лучше посмотрим. Полетели. Hey.
Экзо-Сити. И вот ты вот так вот хлопс, и уже на пляже в Мирном. Все. Вот так вот. Вот он вход на пляж Мирный. Вот он вход на Экзо-Сити. В общем, вот и все. Сюда нужно приезжать. Действительно, вот потусить на всякие вот эти события, когда приезжают какие-то различные диджеи. Ну, просто так обычно место, как и везде, в принципе, на всех крымских Мальдивах. Сейчас мы еще доедем до станции Мирной, там есть такая классная локация. Чуть позже покажу. С нами, поехали. Вот она так называемая центральная улица. Ну, я сам так назвал, центральная. Мы в том году по этой улице катались туда-сюда, искали жилье себе. Ну, по сути, вот она первая параллельно идет морю. Вот мы сейчас едем на эту локацию, смотрим, найдем, не найдем. Много здесь строится, все так же пыльное, как в Оленевке. Ну, вообще идентично, что Оленевка, что Поповка. В принципе, где же яйца, только в профиль. Вот, хоп, начался резко асфальт, причем с лежачим полицейским. Потом вот так вот резко он заканчивается. Причем тут лежит лежачий полицейский зачем-то. В общем, ребята, вот за моей спиной эта локация. Чуть позже подойдем поближе. Она находится возле Мирного. Видите, вот эти вот домики. Вот здесь вот идет дорога. Люди с Мирного проходят. Но мы проехали прям с Поповки. Там такой улочки, которая идет прям параллельно морю. А сейчас покажу вам с воздуха эту локацию. Поэтому полетели! Слушайте, кайфово ребята сделали, поставили басик. Атмосфера такая, ну, кайфовенькая. Что ты нас говоришь? А, давай, вставай. Видите, как такие пальмочки высадили. Ну, слушайте, ну, очень круто, конечно. Молодцы. Вот есть качельки. В общем, такая коротенькая аллейка. Видите, вот так вот она высаживает эти пальмы. Класс. И достаточно безлюдный пляж. Вот туда в сторону идти, так вообще там никого нет. Волейбольная площадочка. Ну кайфово, кайфово. Песочек, ракушечек. Так, вот, ребята, мы выскакиваем сейчас в Мирный. Сейчас здесь купим продуктов и едем. Еще в одно место, о котором чуть позже вы узнаете, но оно является тоже топовым, тоже крымские Мальдивы. Покажем, расскажем. Поехали! Ребята, мы на ветровой ТЭЦ. Но на нее надо смотреть не отсюда, здесь надо фотографироваться, а сверху, поэтому полетели. Thank you.
общем, ребята, мы продолжаем путь на последнее место крымских Мальдив. Мы видели все крымские Мальдивы. Это место Касай. Первая буква Б. Вот кто сейчас догадался или знает, поставьте выпуск на паузу, напишите в комментариях. А после этого подпишитесь на канал и продолжайте смотреть выпуск. Погнали! Так, поворачиваем в сторону песчаного карьера. Кустового и Черного моря. Не знаю, кто тут прав. Вот так вот. Овощи. Едем дальше. Сейчас увидите, куда мы приедем, ребят. Чуть-чуть, прям попозже. Перед вами, друзья, забор. Забор замка. Называется замок Викинг. Отеля. Здесь отель находится. Интересно, конечно. Вот у людей, наверное, такие окошки прям в номерах. Куда свет даже не попадает. Прикольно. Кто останавливался в этом замке, напишите, пожалуйста, как вам. Прикольно. А мы едем дальше. В общем, мы сейчас, ребята, приехали на косу Беляус. Вот тут вам можно доехать. Да. Коса очень длинная. И можно, в принципе, в общем, парковаться где угодно и отдыхать дикерями. Вот это место мы для вас тоже хотим снять, показать, рассказать. Ну и вы делаете вывод, куда вам лучше поехать остановиться. На крымских так называемых Мальдивах, где вам лучше по душе, мы сняли их все. Как-то так вот. Так, решили мы уйти с дороги. Дорога разбитая. И поедем сейчас вдоль пляжа выбирать местечко. Смотрим, какая здесь обстановка. Нам, наверное, вот сюда. В общем, ребята, вот так вот это все выглядит. Вот она, коса, и вот они кусты. За кустами сразу идет асфальтированная дорога, но плохая. Мы едем как бы вдоль пляжа сейчас. И до моря здесь получается топать, ну, достаточно, да? Вот видите, вон там аж море где-то за бугром. Здесь нам предстоит выбрать какое-то местечко. Ну вот, по крайней мере, везде, где мы сейчас что смотрим, все открыто. Все открыто, все под солнцем. Ладно, не знаю, еще посмотрим. На этом месте коса Беляу заканчивается, там начинается порт. Мы сейчас вернемся обратно и попробуем все-таки найти какое-нибудь себе местечко, где нам встать, заночевать. Вот. Видите, здесь так чуть побольше, конечно, этих палаток стоит, побольше тенька. Но мы думаем, что лучше все-таки поехать поближе туда, к этому красивому замку, в кавычках. Это, ребята, кемпинг, забыл, как называется. В общем, вот снизу сейчас будет надпись. Что-то как-то непонятно, где ставить палатку. Все под солнцем. Вот у них задаются всякие вот такие вот домики. Какие-то похожие на юрту еще есть у них варианты. Есть типа такая тентовая беседка с мебелью они сдают. Вот мы развернулись, думали, мы все-таки тут в кемпинг встать. А что-то тут как-то цивилизацией не пахнет. Не знаю, кто останавливался тут. Ну, нифига, что-то не наехал, лежит, прям ноги вытащил.
общем, ребята, мы остановились, выбрали вот такое вот место. Останемся ли мы здесь на ночь, неизвестно. Короче, сразу вот по минусам я могу пробежаться. Первое, до моря надо шагать. Второе, здесь кусты есть, но от них толку нету. Ну вот смотрите, большой куст, но тенька от него мало. Далее, тут все засрали. Каждый куст просто в моче, в дерьме, отовсюду воняет, везде бумажки. Ну, чтоб я, ну, не пустословил, вот, смотрите, везде вот это вот. Чуть дальше в кусты зайдешь, там все заминировано. Очень много мух, но это славится Запад. Но плюс здесь еще, видимо, комары, потому что вот люди, видимо, вешали вот эти штуковины. Посмотрите, как много здесь комаров. Соответственно, оставаться ли здесь... На ночь мы пока не знаем. Сейчас единственное, сходим, освежимся, потому что на улице почти 40. Тяжело, тяжело, невыносимо тяжело. Вот так это выглядит, друзья. Приезжать сюда, не приезжать, я не знаю, но если сравнить это место с нашим предыдущим, со Штормовым, то это, конечно же, 100% проиграло. Штормовое гораздо лучше. Плюс вот оно, видите, люди вот так вот прям сюда швыряют и все. Ладно, мы еще поедим фруктов и пойдем искупнемся и покажу морешку. В общем, ребята, мы вот так расположились, по-колхозски, так сказать, просто недалеко от пляжа бросили машину, не стали мы располагаться в кустах, чтобы к нам мухи не летели, чтобы комары нас не сожрали. Вот, вот так вот, тенечек есть, солнышко еще опустится, тенька будет еще больше. В общем, вот так вот мы ночуем, а дальше двигаемся в путь. Подписывайте наш канал, поставьте лайк этому выпуску, напишите какой-нибудь классный комментарий, отдыхали ли вы здесь, либо как вам Запад Крыма, кто вообще смотрит наши выпуски, как вам наш вот весь вот этот двойной круг, так сказать, по Крыму. Так, чему научились наши дети за лето? Прекраснейшее море, Запад Крыма, погнали! Давайте, давайте, так, давайте. Научились плавать, Радюшка. Давай, 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 малыш. Артемочка, молодец, давай, давай, давай. Вот так. Молодец, молодец. Так. Умница, приплыл. И я научилась. Смотрите, как научилась я. Ох, рада, я буду. Я потеряла резинку, где-то, ну ладно. Сейчас найду. На старт. Внимание. Привет! Ну что, шикарный закат. Блин, ребята, закаты на Западе, они вообще великолепны.
про море даже говорить не буду. Вы сами все прекрасно видели. Очень и очень кайфовое. Скажу так, что вот этот выпуск, это крайний выпуск нашего путешествия, нашего сезона под названием «Бомжуем в Крыму». Напомню, что почти мы 2 месяца прожили в Крыму с палаткой. Мы объехали весь Крым вот так, потом вернулись, потом вот так, вот так. В общем, есть что посмотреть. Мы сейчас едем, перемещаемся на восток Крыма, и оттуда мы будем перебираться на материк. По пути мы заедем еще в одно место. Очень надеемся, что там это проходит чуть позже, вы увидите, что это. Ночь сегодня была настолько великолепная. Ну, во-первых, мы не встали вставать в кустах. Это помогло нам избежать скопления вот этих насекомых, мух, которые здесь кусаются на западе. Здесь их очень много. Плюс здесь очень много комаров именно здесь. Мы тоже этого избежали. Еще ночь была очень-очень теплая. Мы скинули тент с палатки, и палатка так комфортно продувалась. Мы спали прям раздетые всей семьей. Кайфово. И еще ночь была светлая. Почему? Потому что вчера было почти полнолуние. Чуть-чуть не хватало до полнолуния. Луна светила, небо было яркое, ясное. Луна яркая. Море так классно отражалось. В общем, была настолько кайфовая ночь. Я проснулся утром, и первым делом Настя сказала: как я выспался. Во-первых, у меня ушла моя простуда, ну так остатки еще остались. И я так выспался, просто великолепно. Мы вчера уснули где-то часов, наверное, в 10, а проснулся я в 6. Мне хватило вот эти 8 часов выспаться, не просыпаясь ночью вообще почти. Кайф. В общем, ребята, что я хочу сказать. Спасибо всем, кто смотрел все наши выпуски. Спасибо всем, кто путешествовал вместе с нами по Крыму. Это прям незабываемая для нас такая история. В том году мы хотели сделать так же, но у нас не получилось. В этом году у нас получилось. Мы поймали кайф от этого. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Там будет дальше продолжение, что мы будем делать дальше. Пока сами не знаем. Вернемся мы на материк, поймем. Сейчас мы дальше едем. Куда, пока не знаю. Увидите чуть позже. Поехали с нами.